В Серпухове мотоциклисты вспоминали своих погибших товарищей. Впервые день памяти прошел в 2008 году, когда 16 сентября водитель «Бентли» в Симферополе сбил 25-летнюю мотоциклистку. Похороны девушки 18 сентября стали траурным днем для всех мотоциклистов, потерявших своих друзей в дорожных авариях. Традиционно место сбора мотоциклистов Серпухова у Соборной горы. Они приезжают сюда, чтобы вспомнить тех, кто уже никогда не сядет на своих железных коней. Количество мотоциклистов на дорогах с каждым годом растет. К сожалению, растет и количество жертв ДТП. У меня достаточное количество знакомых погибших не только за рулем мотоцикла, но и в других событиях, в том числе недавних на СВО. С теплотой на сердце я вспоминаю всегда их, и особенно в это событие. Мы должны помнить, должны знать, что есть на дороге не только машины, но и мотоциклисты. Такой святой для всех мотоциклистов день. Мы в этот день собираемся и вспоминаем всех наших погибших братьев, сестер. И этот год нам показал, что да, у нас много погибших братьев на СВО, много братьев погибших от болезней, от разных в обычной мирной жизни. И как раз наш святой долг нам всех собраться, помянуть это. Этот день мы отмечаем с 2008 года. Вспоминаем наших ушедших братьев. Кто-то разбился на мотоцикле, кто-то из мотоциклистов погиб на СВО. Мы помним, скорбим. Да, всех разные судьбы. Молодежи хочу пожелать внимания на дорогах, да, и пользоваться обязательно защитой. Шлем, перчатки. Мотоциклисты зажгли поминальный крест от свечей, священник прочитал молебен об упокоении душ погибших, в свете фар провели минуту в тишине, вспоминая всех, кто погиб на дорогах. Этот день напоминает нам в очередной раз о всех угрозах, которые наполняют жизнь каждого любителя свободы, использующего мотоцикл.